Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня мы обозреваем развязку «Огурец» в Севастополе. Напомню, в чем смысл. Здесь развязка овальной формы, поэтому в народе именуется «Огурец». Развязка переделывается из одноуровневой в двухуровневую по аналогии с Ялтинским кольцом. Кто не в курсе, может, недавно на канале, посмотрите у меня по видео, по разделам. Там есть Ялтинское кольцо, чтобы было понимание, в чем смысл мероприятия. Вот здесь идет устройство буронабивных свай, работает буровая. Вот мы видим забуренные сваи, видим сборку каркасов на заднем плане. Лежат вот обсадные трубы, то есть бурение происходит с использованием обсадных труб. Это необходимо для того, чтобы в скважину не осыпался грунт. Мы сейчас движемся со стороны Камышового шоссе по основному ходу. Далее, в ходе реализации проекта, вот, кстати, эти раскрытые сваи можно видеть, буронабивные, это сваи подпорной стены будут. В общем, в ходе реализации проекта основной ход будет заглублен под землю примерно на 6 метров, а над ним будет располагаться вот это овальное кольцо. Вот мы сейчас выезжаем на кольцо, движение по временной схеме происходит. Вот выехали и поехали вдоль вот этого овала. В центре овала также идет сооружение подпорных стен с помощью буронабивных свай. Сваи уже там забурены ранее были. И сейчас здесь идут всякие другие работы, в том числе переустройство коммуникаций. Здесь будут устроены два путепровода туннельного типа, внутри которых, то есть на первом уровне, будет движение по основному ходу, а поверху будет движение по вот этому кольцу овальному. Такая важная развязка. Эта развязка является логическим продолжением Ялтинского кольца и трассы Таврида, по сути. Именно сюда попадает основной трафик автомобилей, которые едут в Севастополь. Вот еще один круг сделаем вокруг центральной части. Видны выпуски арматуры, там уже будет скоро сооружаться путепровод туннельного типа. По первой и второй, вот ближе здесь к дальней части вот этой, так сказать, клумбы. Ну и вокруг, можно видеть, идет переустройство коммуникаций. Сейчас мы едем обратно на Камышовое шоссе. В обратном направлении. Здесь по правую сторону идет также сооружение подпорной стены и выемка грунта. Вот можете видеть, идут работы земляные. Вот на этом на сегодня все. Такой вот обзор, экспресс-обзор, так сказать, огурца показал вам. Будем далее следить за стройкой. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!